Раскладку, наверное, отложу на утро, потому что если я ошибусь, мне просто не может не хватить кожи. Я завтра с утра буду очень тщательно раскладывать. Я вот так приклеиваю детальки, потом их обвожу. Но мне нужно задействовать.
день. Вот. Так выглядит готовый крой. По две детали. Оставляю на утро раскрой двух небольших деталей боковинок. И распределю на вот это оставшейся коже две пары наручей. Сейчас немножко вот весь остаток мне нужно распределить так, чтобы хватило. Поэтому не буду сейчас пока торопиться. Вот эти две завтра уже до края устала. Ну вот так, сегодня раскрой сделала. Очень много осталось обрезков, в том числе и маленьких. Кожа толстая, толщина, в общем, больше 2,5 миллиметра, достаточно плотная, но кроить так было сложно. Ну и тем ценнее результат сегодняшнего дня. Говорю себе, я молодец, и все, пошла отдыхать.